Закрой свой рот против Путина. Никогда не открывай свой рот против Путина. Добрейших вечерочков, господа! Как вам? А? А? О? А? Э? У? А? О? Все, достаточно. Как вам данный продукт? Как тебе? Как тебе, Джаггер, данный продукт? Смотри, как тебе? Да херена, скажи, палец вверх я поднимаю. Кузьмич, Людовик, как вам там все это? Палец вверх поднимается, отлично. Вот такой мы бургер сегодня замабахали, ребята. Огромный, мясистый мясной бургер. И причем он более мясной, чем вы себе представляете. А конкретно я вам расскажу это прямо в данный момент. Давайте перенесемся немножечко на кухню. Чуть-чуть в прошлое. Back to the... Future. Сейчас мы чуть-чуть в прошлое окунемся и мы расскажем, как готовили этот супер мясистый, мега мясистый, мега жирный бургер. Все, пошли все туда. Туда все, на кухню, на кухню, на кухню. Все, поехали на кухню. Вот, значит, у меня есть здесь три куриных грудочки. Сейчас мы их быстренько, я их слегка подморозил предварительно, чтобы лучше терлись. И пропустим их сейчас через терочку нашу. Фарш готов. Осталось сюда добавить яичишенского. Перчим. Солим. Лишака маленечко. И примерно столовую ложечку панировочных сухарей. Оранжевых. С красителем. Все, замес. И формочку вот такую вот продолговатенькую уложили аккуратненько. Все, вот это дело в заморозочку. Сейчас будем готовить соус Big Tasty. Майонез 175 грамм. Майонез берем легкий, мы же худеем. 176, переборщили. Кузя, ты не против? Сахар 10 грамм. Куда пошел? Следи за рецептурой, ты главный технолог. Соль 1 грамм. Перец 1,5 грамма. Кузьмич, следи, чтоб 1,5 грамма, не больше. 20 грамм соуса барбекю. Жидкий дым, 12 грамм, 12, 25 плюс 12, 37, давай, смотрим, внимательно, 37. Опять перебор, в 21 мне бы не играть. Уксус столовый, 7 грамм. Дайте мне ложку, черпак, половник, чем-то это размешать. Не надо, Кузя, уйди, запачкаешь лапки. Кузьмич, уйди, убери хвост. Кузя, все, перемешали, давайте пробовать. Отдаленно. Чего? Отдаленно похож. Это ты отдаленно на хача похож. А соус получился... прекрасный. Малефичный. Кузьмич, ты одобряешь? Кузьмич! Вот у нас такая замороженная вещь получилась. Сейчас быстренько ее обваливаем в муке. Наваливаем ее. Наваль! Наваль! Наваливаем! О, господи, как эротично, сколько эротики и сколько уборки потом предстоит оператору моему. Обмакиваем в яичко. Эх, загвоздочка, да? И в панировочку сюда, быстренько. Вот, смотри, вот такой кусок у тебя должен получиться, товарищ готовящий. Если ты готовящий, а не смотрящий. Если смотрящий, то в порядке все. Следи за районом. А так, если готовящий, вот. Мне кажется, я руки тоже могу зажарить во фритюре. Смотри, ты бы съел? Ты зажарить сначала. Да я не буду, что у меня будут, лапы фри. Все, в духовочку на 160 градусов, минут 30-40, в зависимости от вашего куска, на свой, ай, блядь, обожок, на свой хариус рассчитывайте, какой крупнатый кусок будет. У меня такой, я точно думаю, минут на 40 пойдет. Все, пошел. Сымай, сымай, сымаешь, нет? Сымай. Делаем котлеточку. Сюда кладем лучка красненького, ялтинского. У нас все осталось с поездки в Ялту. Ой, куда мы только не ездим. В одну Ялту постоянно ездим, как дураки. Сверхочку еще наш говяженький фарш. Еще и накрыли. Вот так, смотри. Ой, ой, батюшки, господь год. Где лук? Лук, ой, пропал лук куда-то, смотри. Лук, это щит просто, я тебе скажу. И теперь вот эту котлетку надо обжарить. Это будет наша могучая котлетка говяжья. Смотри, чисто рубленая говядина. Уйди, уйди, пестика, тычинка-то моя. Песть, уйди, уйди, тычинка. Уйди, поехали. Огоньку прибавил. 6 часов. Нормально. Котлетос наш подготовился к концу. Да не к концу света, а к концу своей готовочки. Сейчас мы на него сырных лепесточков положим. Лепесточков Мефистофеля.
чтобы они вот расплавились и нашу котлетку всю погрузили в прекрасный сырный процесс. Не смотрите, что там жирок снизу, мы его пить не будем, мы его отдадим Джаггерфельду или Световику, посмотрим, кто будет лучше себя вести. Чем больше сыра, кстати, тем лучше, ребята. Я положу сюда 364 дольки сыра. Сами можете потом пересчитать, только у вас ни хера не получится. Вот еще долька. Штапс! Штапс! Вот наша бургерная история. Булочка испеклась. Сейчас мы ее аккуратненько разрежем на две части. Сейчас мы вот так серединочку отхерачим. Смотри, ой, как режется хорошо. Ну-ка, смотрим. Внимание, внимание, что-то. Не испеклась, блядь. Ну-ка, обратно в духовку. Хорошо. А вот теперь уже наша котлетка полностью готова. Смотрите, какая сочь. Если кто-то скажет, что она недоваренная, тот первым попадет тухель. Это наша котлетка, она доварена, она сочная. Все, вся розовинка исцелилась, исчезла. Сейчас мы нашим соусом Big Tasty обмажем дно нашей булочки. Для мясного бургера что может быть вкуснее мясной булочки? Берем со сковороды, идем и несем нашу отличную гигантскую котлету из говядины с плавленным сырком. Божести мои! Сейчас украсим ее немножечко бекончиком. Больше бекона, больше, пусть он валится со всех сторон, мы его налепим сейчас на весь сыр. Если хотите, можете положить сюда там овощи, помидорки, огурца, а нам это нахрен не надо, как говорится. Все остатки Big Tasty сюда польем. Все остатки нашего соуса. Гребаная вилка. Прям, чтобы он утопал в нашем прекрасном соусе. Все, и накрываем, смотри, давай. Ребята, бургер готов. Сколько калорий? Недельная норма калорий в одном прекрасном блюде. Неужели я это буду сейчас жрать? Кузьмич, ты как главный технолог должен оценить это прекрасное блюдо. Прекрасный? Первая проба для Кузьмича. Кузьмич! Посмотрели, как вам это впечатляет, да? И меня впечатляет. Меня впечатляет, я не дождусь, когда сожру это прекрасное произведение искусства. Давайте делите честно. Нас на съемочной площадке 64 человека, поэтому я решил разделить этот бургер на 4 части и поровну отдать всем, кто платит мне откаты. Давайте, это что мне за гейский нож дали? Я еще этим махоньким отрежу. Разве что яички Джаггеру отрежу, так их уже отрезали. Джаггер, смотри, какой нож гейский. Даже стыдно его облизывать. Вот, он полностью втыкается и им ничего не разрежешь. Ой, сколько соков я вижу сейчас. Мясная булка, мясная начинка, бекон. Соус Big Tasty. Джаггер, спокойно. Ребятки. Разрез осуществлен на 4 равные части. Кто там уже не терпится кому-то? Кузьмич, ты опять со своими лапками тарелочку подставляешь мне? Успеешься пожрать? Кузьмич, какой тебе кусочек? Кусочек для Кузьмича и Световика. Боже мой, боже. Господин Кузьмич, имейте рамки приличия. Мы на съемках или где у вас тут? Ты что, покакать присел здесь? Этот кусочек для Джаггера. Посмотрите толщину котлеты и толщину булочки. Это ли не чудо, это ли не сласти, это ли не страсти? Вот и подошли мы к этому горячо и любимо. Это фаршебно. Вашу же мать. Мясо каждой клеточки данного бургера. Булочка мягенькая, тающая из курицы. Из невероятно вкусного соуса пропитанного. Оно просто, я не знаю. Я чувствую, как калории несутся по моему телу. Говядина и курица, это просто халяль. Это халялин Александр. Главный технолог должен получить премию за эту разработку, я считаю. Джаггер, прекратите вылизывать анус начальству. Повышения не дождетесь. Можете вылизывать сколько угодно. Господин Кузьмич неподкупный. Вы чувствуете? Это ваше творение, господин Кузьмич. По вашему рецепту будут готовить миллионы, а точнее 60 человек, которые просмотрят это видео. Не думаю, что больше, но тем не менее, люди должны знать героев в лицо. Ваше плоское лицо. Господа и дамы, пока Кузьмич, так скажем, тешится привилегиями высшего руководства, я готов объявить оценочку. Это, безусловно, 5 мопсов из 5. Ой, простите, 5 хаски из 5. Замечательное блюдо. Конечно, это блюдо не совсем вегетарианское, то есть, ну, чуть поменять ингредиенты и будет вегетарианское, то есть вы можете играться с продуктами на свое усмотрение. Все, а на данный момент уебин забитым со стола. Но было вкусно, интересно, полезно, не очень. Во имя Отца и Сына и Святого Мопса, аминь. Готовьте вкусно, ешьте с удовольствием и смотрите Сашку Шлягера, пожалуйста, хоть по чуть-чуть, по выходным, по будням.
и еще когда-нибудь. Каски Джаггер, Сашка Шлягер. Шлягер! Мопс Кузьмич и господин Светоуик. Как обычно, не дождался окончания съемок. Ну, да и ладно, нам больше достанется. Аривидерчи и до новых ублюдков.